Полное собрание сочинений Василия Васильевича Капниста в свое время вышло с эпиграфом его собственного сочинения. «Прочел Капниста я и сердцем огорчился. Зачем читать учился?» Капнист пьесу накропал громадного размеру. И вот он спит в то время, как царь-батюшка не спит. Он ночь-полночь пришел в театр и требует премьеру. Не знаем, кто его толкнул. История молчит. Партер и ложи пусто, все ни блеску, ни кипенья. Актеры молятся тайком, вслух роли говоря. Там где-то в смутной глубине маячит жуткой тенью курносый царь, а с ним еще, кажись, фельдъегеря. Вот отмахали первый акт, все тихо, как в могиле, но тянет, тянет холодком оттуда, тьфу-тьфу-тьфу. Играть второй пришел приказ, и с Богом приступили, в то время как фельдъегерь есть и кинулся во тьму. Василий Васильевич Капнистый метался на перине. Опять все тот же страшный сон, какой уж был в четверг, где он восходит на Олимп, но подошед к вершине, Василий Кириллович цоп его за ногу и не зверг. За ногу тряс его меж тем фельдъегерь с предписанием изъять немедля и в чем есть отправить за Урал и впредь и думать не посметь придерзостным мараньем бумагу нашу изводить, дабы кулы не клал. И не успел двух раз моргнуть наш, прям скажем, Вася, как был в овчину облачен и в сани водворен. Трясли ухабы, тряс мороз, а сам-то как он трясся, в то время как уж третий акт давали пред царем. Краснел курносый, бледнел, в потьмах не видно было. Фельдъегерь есть и на коня, и у торжка нагнал, дабы сугубо наказать презренного Зуила, в железо руки заковать, чтобы хулы не клал. «Ну я не клал!» — вскричал Капнист, точа скупые слезы. «Я ж просто выставил порог по правилам искусств, но я ж его и обличил. По что меня в железы, а в пятом акте истребил? За что ж меня в Иркутск?» Меж тем кузнец его ковал с похмелья непроворно. А тут еще один гонец летит во весь опор. Василий Васильевич Капнист взглянул, вздохнул покорно и рухнул русской ювенал у позлощенных шпор. Текли часы, очнулся он задумчивый и вялый. Маленько веки разлепил и посмотрел в просвет. Что брать там за городок? Уже Иркутск, пожалуй. Пожалуй, барин, Петербург. Последовал ответ. Как Петербург? Шепнул Капнист, лишаясь дара смысла. Вас, барин, велено вернуть до вашего двора, а от морозу и вообще медвежий полох присланы, велено просить впредь не покладать пера. Да испарился царский гнев уже в четвертом акте, где змей порока пойман был и не сумел уползть. Сия мерзавцу поделом, царь молвил, и в антракте велел гонцам вернуть дворца, обернутого в полст. Все ближе, ближе Петербург, и вот уже застава, и в пятом акте царь вскричал: «Василий, молодец!» И на заставе ждет уже дворцовая подстава, и только прах из-под копыт и махом во дворец. Василь Васильевич на паркет, в чем был, из полсти выпал, и тут ему и водки штоф, и пряник закусить. «О, негодяй!» — промолвил царь и золотом осыпал. «По что заставил ты меня столь много пережить?» Вот как был в прежние годы, когда не было свободы.